Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео хочу вам рассказать про орехи, которые называются пекан. Вот они перед вами сейчас представлены. Я чуть поближе еще вам покажу сейчас. И что хочу сказать. Вот у меня было 6 орешков этих. Из них 5 взошли. Один вот здесь вот пустой, контейнер не взошел. Вот эти все 5, они зимовали вот в этих вот прям пакетах черных. И прекрасно перезимовали. Это вот видно по самим орехам. Ну-ка, только один вот здесь слабенько развивается, остальные, в принципе, более-менее очень хорошо развиваются. И напомню, что я выращиваю вот орехи, в данном случае пекан, в Нижегородской области. Зимой у нас была температура, по-моему, около 25 минус, самый холодный, но недолго в эту зиму. И даже если учесть, что они с открытой корневой системой, грубо говоря, да, то есть контейнеры не в земле, а сверху над землей, они вот прекрасно перезимовали. Об этих орехах я хотел сказать в этом видео. Буду дальше их высаживать уже в открытые, уже на постоянное место. И дальше за ним наблюдать, смотреть, как они будут расти у нас, развиваться. Будут ли подмерзать, не будут. Но вот здесь я смотрю по стволам, да, орехов. Вот у одного ореха вот здесь ствол где-то примерно на процентов 20 подмерз. Остальные, я смотрю, вот здесь вот процентов 15, наверное, да, вот эти оставшиеся, которые здесь подмерзли, но нижняя часть, она живая, ствол живой. Ну, то есть это, видимо, возможно, уровень снега в момент холода или еще как-то. Но, тем не менее, вот это видно. Сейчас вот поближе вам продемонстрирую вот эти вот пенечки, которые подмерзли, от почек уже пошли новые. На этом все, что я хотел вам рассказать. В следующих видео я, наверное, уже покажу, как я сажаю в открытый грунт. Если вам интересно, можете подписываться на канал. Будет видео на канале об этой, о посадке вот этих вот орехов пекан непосредственно в грунт. На этом все. До встречи в новых видео. Пока.